Hello, people. Продолжаем играть. Поселение наше растет. Все уже забором у нас обустраивается. Там все четко, четко. Мука молится. Еды хватает почти. На бобах живем чисто. Гороховых. На горохе и фасоли. Так. А, у нас еще тут две дубильни, и тут две дубильни. Ништяк, я хочу забор вот так все-таки провести. Чтоб здесь не могли они проходить. Так, да, как-то получится. Что ли? А что за фигня здесь? Как-то что-то тут как будто неровно, да? И здесь тоже. Блин, что за фигня получилась, непонятно. Разобрать придется. Так, поля у нас скашиваются, осень у нас. У 250 зерна собрали, знание плюс один. Можно яблони. О, давайте изобретение колеса. Только у нас ослов нет. Открывает создание повоза, который позволяет вам перевозить намного больше ресурсов. Кстати. У нас же ремесленная мастерская появилась. Подождите, это что? Это мастерская портного, они одинаково выглядят, да? Вот так она. Ну ладно, пускай вот так встанет. Егорочка. Льняная одежда 10. Лен вот собирают люди. Нам бы мегалитку какую-то вот сюда поставить, знаете. Тут мегалит и все. Волк атакует. Давай, с лука, гаси его, гаси этого волка, гаси, блин. Напал он тут на наших. Все, души, братишка. Здесь можно еще забор построить. Ой, забор, говорю. Мост. А чё? О, пускай тоже будет здесь. Везде у нас мосты. Это кто у нас? Свинюшки? А вон я вижу осликов. А нет, это лошади. Лошадей пока не можем приручать. Около нашего поселения вы чё тут третесь? Свинюшек можно приручить. Особо я свинюшки не хочу приручать, у нас так две есть. Это кто у нас? Ибиксы нам тоже не нужны. Это кто у нас? Муфлоны. Пока они все взрослые. А где ослов нам найти? Кто-нибудь скажет? Ладно, потом найдем. Так, что там, нагрузка 133%. Мастерскую мне постройте, пожалуйста. Бревно нам нужно. Да, что-то у нас с бревнами же непорядок теперь. Непорядок. Сбор урожая можно удалить. Поставить вырубку леса. Так, да? Такое у нас пока поселение. Как вам? Скриншот сделаю-ка. Бамс. Полей дофигища.
Еды по-любому должно хватать. Благополучие у нас что-то маленькое. Почему? Это, наверное, у нас из-за того, что тотемов мало. Медведь атакует. Завалили, молодцы. Вот, Менгир один у нас только. Давайте хотя бы простой тотем поставим. Здесь, чтобы помолиться люди могли. Хотя бы. А чё, вот же у нас вырубка леса. Почему они не рубят? Так, это кто? Опа! А чё? Это же налетчики. Быстро все за оружием. Все бегите за оружием. Смотрите, сколько у нас собак. 14 штук. Просто нафиг уничтожим их. Сколько получается? 8 налетчиков. Еще один подбежал. 9 получается. Копье какое-то такое. А, медное копье, короче. Медные копье. А, еще двое. Что-то я не понял, как они ходят. Еще. Это сколько их тут, ё-моё. 15 человек. А я-то думал, только 8. Так, где у меня весь народ? В башках тоже кто-то сидит, прячется. Сейчас посмотрим, что будет делать. Так и налетчик вот только высветилась. Ладно, я заметил. Смотри, смотри, где бежит, бежит. Она ему. Дурак, куда ты бежишь? Там такая толпа моих людей. Просто, смотрите, запинывают. Они забор ломают, нахуй. Идет. Налетчик убивает собаку. 3 штуки. Жопка. 4 собаки. Ну и так у нас как раз собак много. 10 осталось. Все, видали, как мы их зарубили просто. Конечно, такая толпа тут. Вообще ништяк от души. Зато мы сейчас соберем с них предметы всякие. Костяное копье. О, кстати, мясо собачачье, ну придется кушать. Своих же собачек. Вот еще. Вот еще. Людей нельзя кушать в этой игре. Это что у них за копье костяное? Дети идут собирать ресурсы. О, собака раненая у нас, жалко. Умрет, походу, да? Так, что нам не хватает в нашем поселении? А слов нам не хватает. Где их найти, этих ослов, если нету их просто? Вот свинюшки. Ну, не свиньи мне не нужны. Были бы овечки. Я бы их приручил. Ё-моё, тут стаи гиен всяких. Давайте их тоже уничтожим. Что-то тут хищников расплодилось. Блин, а слов нет вообще. Так, 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 так. Это кто у нас? Ибиксы нам не нужны. Муфлончики бы нам. Так, я, кстати, вспомнил, где наше там поселение. Мы-то угольную яму поставили. Уголь у нас делается. А медные слитки у нас не делаются. Вот, ямный горн. Ставим его куда-то тоже на горочке, где у нас ничего больше ни сана не будет. Или вот здесь прям, да пофиг, вот здесь поставим. Медная кузница.
А у нас это что? У нас еще и медной кузницы нет. Да, тут сюда поставим. Чтобы рядом со складами были. Вот этих надо нам. Так, что там? Нужно. Угу. Может сюда тоже склад поставить? Чтобы далеко не таскали. Так, сейчас сделаем, смотрите. Вот так, вот так, вот так. 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 Палки тут собирают у нас. Можно немножко переместить. Ух, сколько тут палок. Да хренища. Так, что тут у нас по забору? Вот это что за уродцы у нас тут? Непонятные. Как-то вообще ужасно все выглядит. Надо это все разобрать. Мне не нравится. Так, ускоримся и забором займутся. Что у нас там? Соломы не хватает, да? Нет, солома есть, грязь есть. Просто времени не хватает, чтобы починить хижину. Блин, собаку нашу убили. Две собаки. Эх. Эй, вы куда идете? Преследую гиена. Не-не-не, иди-ка домой ты. Ты тоже иди домой. Ты тоже иди домой. Сейчас замерзнете нафиг. Волки можно приручить, кстати. Собак тем более сейчас поменьше стало. Охоту пока отменить, короче. Пока охоту отменим. Потому что стойте-ка, отмените-ка пока охоту. Все. Поумирайте нафиг. Вы можете вот этого зарубить. Ладно, идите домой. Заболейте нафиг. То есть умрут еще. Замерзают, у них, видите, здоровье падает. Ё-моё, не знаю, выживут, нет. Можно костер где-то здесь поставить, чтобы они здесь могли согреться. Где-то вот здесь, да. Не знаю, попробую. Ты что, тоже мерзнешь? Иди грейся быстрее, быстрее. 60 человек. Не хочу, чтобы кто-то умер. Ну, походу, кто-то все-таки умрет. Вот. И человек умер от переохлаждения. Да, соболезную. Что так получилось? А почему ты их... Замерзаешь и все равно идешь охотиться, я не знаю. Могла быть умнее и пойти сразу в хижину греться. Гену убили, это хорошо. Сейчас уже можно вроде охотиться. Погода получше стала. Что-то у нас нагрузка самая большая почему-то. Из-за того, что забор встроенный, может. Ого, воду уже 1000 добыли. Знание плюс один.
Так, все, забор начали разбирать. Так, разобрали. И теперь вот так, да, будет. О, вот так нормально. Все другое дело. Мастерскую построили. Вот здесь мы теперь мы можем выставить лимит. 10 санок, 20 этих. Давайте 30. Как-то... Эй, короче. Давайте удочки начнем делать. Начнем это делать и это. Сколько у нас удочек? Пускай 25% будет. 15 этих, 30 этих. Пока как-то вот так. У нас только 10 саней осталось, оказывается. Приоритет можно убрать. Что у нас одежды там? 36 шерстяной. Маловато будет. Что у нас музыка заиграла? Не понимаю. Собаку нашу убили. Жалко, жалко. Чья как далеко. Что у нас там? Камни есть. Ветки есть. Просто построить некому. Устал. Давайте посмотрим, что он будет делать. Донесет до нашего поселения. Или бросит. Пойдет без тележки. О, колодец. Волк атакует, ладно уж. Танин кто-то собирал. Через поля, да? Направо. Нормально. Бум. Угу. Новые люди, плюс 3, это хорошо. Что у нас казаты? Уже коза нам не нужна. Так, еда у нас есть, хлебушек. Кости есть. Это получается льняная ткань. Ну, мы сейчас уже ее сами делаем. Но что-то надо продать. Давайте сыр купим. И продадим. Вот это все продадим. А, нет, нам надо не это продать. Нам надо продать... кожаную одежду, потому что у нас сейчас будет льняная. Так, сыр, зато вот знание плюс 1 получили. Нифига, нагрузка возросла, смотрите, как 200%. У нас 20 знаний, мы можем деревья изучить, пока не будем. И без деревьев пока чего-то нагрузки много. Кстати, где будем выращивать деревья? Здесь, наверное. Место дохренища. Нам надо запланировать, докуда у нас будет поселение. Так, что ли? Так, надо спланировать, где у нас ворота будут. Так, наверное, да? Чтобы здесь где-то ходили, да? И где-то вот здесь. И где-то вот здесь. Думаю, хватит. И начинаем. Бумк. Так, тут что-то как-то опять кривовато уходит. Вроде норм. Так. Ладно, пускай пока вот это все достроят. Тут и так-то хренище им строить. У нас бревен мало. Где мы начнем вырубать? Тут вырубается. Здесь вырубать будем.
Давайте троих. Так, что у нас достроить не могут? Где у нас мегалит это? Какой из них поближе тут? Раз, два, три. Ну, давайте этот. Пусть уже достроит он. Наш дольман. Крамлех, точнее. Сейчас, секунду, кошка-то... Сюда. Шуми. Все, я чего-то не пошутил. Просто шумишь, блин, не вовремя. Когда я записывал. Так, знаний дофигища. Мы уже бронзовый век можем сразу перейти. А чё бы нет? Давайте. Теперь бронзовое оружие можем. Нам нужен нам нужна бронза. Бронза. Так, стойте. Чё-то всё как-то всё быстро. Добыча камня. Нам нужна добыча камня новая. Так у нас тут и есть пока что. Ну, пока нормально, тогда не надо больше. Так. Нам нужно олово. Это медь. Это железо. Это что? Тоже медь. Можно сюда поставить медь. Чтобы было. Сюда можно поставить. И вот оловянные. Сюда можно медные поставить. Сюда можно, чтобы 5 было. Так, олово. Олово, где у нас? Вот это олово, да? Далековато, конечно. Ходить. Пока пусть будет одна, что ли. Хотя давайте поставим тогда и эти. Придется кому-то сюда топать. Зимой. Главное, чтобы не умерли. Вот. 5 медных, 3 оловянные теперь будут. Сейчас опять у них нагрузка возрастет. Осень, собирают урожай. Зерна хватает, соломы хватает. 3 коровки. Что-то у нас овцы не плодятся. Это плохо. Где нам добыть овец? Это лошадь. Смотрите, как много хищников. Поохотиться бы немножко. Волчат надо приручить. Остальных убить. Это кто? Нифига, они тут подрались, короче. Так, это у нас кто бегает? Это же муфлоны. Муфлон, да. Вот ребеночек у нас есть. А, это ибикс, блин. Чё так не видят-то? На муфлонов. Приручение лошадей. О, надо купить. Оловянную руду можно купить. Фиг знает, когда мы еще ее добудем. Медная у нас руда вроде есть, да, медная есть. Так, что будем продавать? Нам нужно продать всю старую одежду, я думаю. Меховую тоже. Копья пока не будем продавать. Эти уже бесценные стали. Гарпуны можно продать. Так, сейчас. 5, 7. Ткань можно продавать. Это уже по одному тоже продается. Вот эти копии можно продать. Ткань что продать? Все равно мало.
Что делать? Сто пятьдесят шесть луки. Ну, если на нас нападут, нам хана же будет. А, сейчас решим все проблемы. Так, мы, наверное, больше не будем меховую одежду делать. Тут вообще можно сломать. Зачем она нам нужна? Хотя, что там у нас? Сколько нам нужно их построить? Три медные шахты, а я пять поставил. Даже лишние. Хлеб. Ямный горм 5 штук. Так. Разрушим тогда. Зачем она нужна? Можно хлев один еще поставить. Тогда тоже нам очко дадут знаний. Так пойдет на мана. Немножко я что-то торможу, спать хочу. Ямный горн, что у нас тут? И олово делается, и железо, и медь. Медведь атакует. Завалили, молодцы. Так, мы лошадей теперь приручили, да? Угу. У нас луков 18. Когда у нас там составные луки откроются? Составные луки вот здесь у нас. Прокачать бы их. Так. Так. Чё я хотел? Чё там, где у нас? Чё-то пока не несут. Осень. Может, зимой начну что нести. Медь, знание плюс один. Угу. А олово у нас делается? Пока олово у нас не делается почему-то. А вот первая у нас бронза будет. Так, а что у нас там? Где у нас эта кузница? Вот же я ее сюда поставил. Нам что нужно? Кирк, смотрю, нет, давайте кирки делать. Оловянные. Еще бы я бы топоры бы делал. И серпы. Остальное пофиг. Волк атакует. Блин, беги, они тебя убьют. Так, осень. Чё там? Завалить не можете. Найти бы нам ослов или волков. Ой, ослов или лошадей. Это кто у нас? О, муфлоны. Приручаем. Свинюшки. Приручим. Это кто у нас? Ибиксы. О, лошадка. Только это старая самка, а нам нужны молодые. Здесь нету никого. Медведь атакует. Чего тут медведи развелось? Ходят по моим мостам. Надо их убить, этих медведей. Мешаются. Опа, стопэ. Вот я вижу осликов. Наконец-то. Три ослика можем приручить. Наконец-то у нас будут ослики.
И мы вот здесь вот тележечки делаем. Только у нас нет ни одного осла, чтобы телегу таскать. Осел будет брать эту телегу и таскать. Сколько там переносит? Смотрите, сколько переносит. Просто 10 слотов для переноски. У саней только 6. То есть намного выгоднее. Так, что у нас там нужно для саней? Кожа. Кожи мало. Тут уже кожа нужна. Что тут делают? Серпы делаются. Ну, пускай пока делается. Костей дофига, пусть делают. Кремния нифига. Кремнию оружие можно уже будет не делать. Кремний заканчивается потихонечку. Нифига себе, волк куда забрел. Волчат тогда приручим. Сколько у нас собак? 13 уже. Нормально. Ты что там, с голода умираешь? Идет за ресурсом бобовые. Давай, давай, иди, иди. А вы что тут мерзнете? Идет хижина. Особо вроде никто не умирает. Извиняюсь, то что этот покашлял. Так, куда она идет? В амбар? Че у нас амбар попортился? Нифига у нее тарелок, посмотрите. Пошла кушать. Или куда она идет? Че ты таскаешь туда-сюда? Че у нас амбар более-менее свободен? Кстати, нам че там по амбарам? Надо еще 2 поставить. Финск. И где у нас еще амбар был? Он тут был, да? Вот так можно поставить. Как-то вот так. Когда там у нас мегалиды тащат? И на этом закончим, наверное. А, блин, таскать-то некому. Один человек всего лишь тащит. Да, долго они будут тащить. Это капец как долго. С такой медленной скоростью. Это я на 8x играю, и они так медленно тащат. Один вот человек. А не вдвоем. Четвером быстрее, конечно, тащат. У нас как-то все встало, да? Забор не строится. Людей не хватает, да, получается, 64. Можно еще новые дома запланировать. Вот эти деревья вырубим. Да, нам нужно просто разгрузить. Может, я даже разгружу все это вне записи, чтобы все вот это построили, вот заборы, и потом я начну снимать. Так что давайте увидимся в следующих видео, жду вас на моем канале, всегда рад новым подписчикам и новым комментариям. Давайте, пока.